Короче, доктор говорит ему, у вас разные яйца. Одно деревянное и одно железное. Мужик обалдело смотрит на доктора. А тот замялся и не знает, что сказать. Потом спрашивает, дети есть? Мужик ему, да, двое. Пиноккио 3 года, а Терминатору 7. И все? Да, черт возьми. А кто такой Пиноккио? Пиноккио — кукла из дерева, а Терминатор — из железа. А в чем соль? Слушать надо лучше. Я хорошо слушал. Значит, не очень. Я тебе все анекдоты по 3 раза травлю, а ты не въезжаешь. А чего въезжать? Терминатор. Терминатор — машина, он из металла. Так? Но почему ребенок, кукла, Святая Богородица? Ну что тут скажешь? Все, завязываем с анекдотами, все. Ладно, отгоните тачку Кёртису, поставьте во дворе, отдадите ему ключи и смывайтесь. Усек. Ни хрена не усек, надо ехать без остановки. А если я захочу поссать, посы в карман. Один из вас идет и ссыт, другой сидит в машине. Тачку без присмотра не оставлять. Ясно? Да, босс. Четко и ясно. Эй, ты все понял, Абдул? Конечно, понял. Нигде не останавливаться, даже пописать. Ладно. Знаешь, Хэнк, давай кинем монетку. Если решка, я поведу. Абдул! Первым поведет Хэнк. Потом меняйтесь, как хотите. Все как обычно. Тебе весь кайф, а я ломаю себе ноги. Нашли себе козла. Эй, может, дождешься, пока я сяду? Осторожно, я сказал! Давай я поведу. Почему? Как почему? Фрэнк сказал, что в пути мы можем поменяться. Абдул, не доставай меня. Мы половину пути не проехали. О, Аллах, будь свидетелем, я застрелю ему башку. Совсем спятил. Хэнк, зачем воспитываешь мое терпение? Испытываешь, Абдул. Коробка, автомат. Переведи рычаг в положение D. Знаю. Я же сказал, знаю. И говорят, не застрелю башку, а прострелю. Знаю. Достучаться до небес.